Так, всем привет, друзья, с вами Лучший Кита ВКонтакте, и сегодня у нас на обзоре вот такой MP3-плеер, Crash Test, я не знаю, как его может быть назвать. Просто, друзья, нету сейчас посылок, а вам что-то нужно показывать. Поэтому я вспомнил, что у меня есть вот такой вот замечательный плеер, который стоит, я не помню, доллара 2 или 3. Ну, по-моему, вроде 3 долларов. Вот. С ним какая проблема? То есть я им реально пользовался на работе, все нормально, но смотрите, когда включается он, а он, наверное, даже не включается. Хотя сейчас посмотрим. Сейчас я ему дам питание. Я вообще даже не помню, он работает или нет. В общем, он работал, но перестал экран. Вот. Да, на самом деле он даже не заряжен, наверное. Вот, в принципе, видно, что дисплей тут должно быть. Вот, сейчас приближу. На дисплее должна быть показана зарядка, как он от компьютера должен заряжаться. То есть этого нету, дисплей просто синим горит, светодиод, то есть горит и все. Больше тут нет интересного ничего. Так он, да, работает, флешку можно вставить, все, музыку, понятно, что будет дубасить, но без дисплея как-то не очень прикольно, поэтому вот, я его отсоединяю, и поэтому он мне не нужен. Вообще прикольный плеер. За свои деньги я не ожидал, что будет хорошее качество, но на самом деле, видите, качество вроде неплохое самого плеера, но дисплей что-то отказал на первую неделю работы. Так, есть у меня такая отвертка, и сейчас будем разбирать, что там внутри находится. Мародерство это может быть. Не знаю. Так, давай, вывинчивайся. Да что такое-то? Сейчас вот так вот. Так. Что оно-то не открывается? Прокручивается. Во, пошло. Пошло мясо. Ну, а тут уже все ходуном ходит. Так, представьте, я только открутил один винтик. Уже вот ходуном все ходит, смотрите. Вон, видите? Пластмасса уже отошла. Вот он. Так, второй откручиваем. Хорошая штука, с чехлом шла, пригодилась. Отверточка. Не, надо заказать, конечно, набор отверток. Нужная вещь. Так, что у нас тут? У нас это отпадает. Так, тут мы видим плату. Плата идет. Мини-USB. И вон она, батарейка. Ой, какая она маленькая, кошмар. Так, а как бы его... Как бы его выдернуть? Я не знаю, вот я его сейчас разберу. Может, он даже потом работать будет. Не знаю, посмотрим. Так. Что у нас тут? Даже написано, что тут есть микрофон, смотрите. Я так и не понял, есть тут диктофон или нет. Не знаю, зачем тут мик. Так, а как бы его достать это все? Нет, так оно не достанется. Как же его выдвинуть, блин? О, кнопка уже отпала, так я ничего не делал. Класс. Такая вот кнопка. О, смешная кнопка. Так, а как же его, чтоб не поломать? Металл. Так, я буду, наверное, толкать с этой стороны, хотя нет, оно же... Интересная конструкция. Как же его открыть? Да, интересно, как оно все высовывается. Вот так вот это все делается. Вот. Что-то я с отверткой со своей. Так, значит, что мы тут имеем? Это металл, да?
Так, вот такой у нас дисплей, тут припаяно, вот видим, три кнопки, ну вот оно даже нажимается. Короче, вот такая вот платка, тут вот все тоже так припаяно, все хлипко. Не, ну а что вы хотели за $3, конечно. Я даже удивляюсь, как, насколько прочно выглядит именно разъем 3.5. Прикольно так сделано. А ну давайте просто посмешим народ. Возьмем опять нашу суперзарядку и попробуем зарядить. Так, какой стороной это? Во, вуаля, он работает даже. Даже на компьютере звук есть. Прикольно выглядит. Какой-то аккумулятор вот этот вонючий. Кстати, вот если видно, он вздулся как-то. Сейчас я отсоединю. Смотрите, он как вздулся. Видите? Такого не должно быть. Возможно, поэтому и полетел дисплей. Ну что его, разбирать что ли, чи нет? В принципе, что тут-то разбирать? Разбирать-то нечего. Пускай живет, может пригодиться. Какие-то штуки попадали, я не знаю, повысыпались откуда-то, не знаю. Так, ладно, с этим все ясно. Друзья, есть новость. Вот такая штука есть у меня. Будет на него обзор. И скажите, ставьте лайки, если хотите, чтобы я этот плеер проверил на прочность. Или утопил, к примеру. Краш-тест открываю, новую рубрику будет. Так, а что это за пистолет? Пистолет ПМ, 32 модель, Байкал. Надписей никаких нету, то есть точная копия, дула вот такой вот. Здесь скрытого винта нету. Вот так вот обойма как почти у боевого. То есть на этот пистолет будет именно обзор, это точно я вам обещаю. И к пистолету я покупал вот такую вот кожаную обойму. Ну, оперативка, короче, кобура. Говорю, обойму купил. Ну да, обойму. Вот такая вот кожаная кобура. То есть это натуральная кожа оперативная. Вот так вот выглядит. Тут в трех положениях можно это все отстегнуть, можно на ремень прикрепить, можно вот так вот. И еще вот такая штука, как бы тоже все, я думаю, понятно. Вот. Покупал сразу. Вот, 200 пулек. И в комплекте там еще было около, наверное, ну около где-то 60, наверное, было. И вот такие вот CO2 баллоны обычные. Покупал 3 штуки, уже один тут. Сейчас покажу, как выглядит. Вот так вот выглядит это все. Вот пульки, баллон с сжатым воздухом, CO2. И вот такая вот обойма. То есть скрытый винт, откручиваете, вставили. А, так, сейчас. Вот так вот выглядит все. Рукоятка не пластмасса, как у оригинала все. Я думаю, интересно. Будет тест на него. Все, подписывайтесь, друзья, на канал. Ставьте лайки, большие пальцы вверх. Комментируйте, как оно будет. И насчет того, что плеер я спросил, нужен ли тест на него. Насчет водонепроницаемости и насчет, конечно же, с пистолетом в него улупить. Все, пока-пока. Подписываемся, сюда вступаем. Пока. Здоровья, счастья, удачи, уважения и любви, конечно. Пока-пока.